Всех приветствую, продолжаем знакомиться с биографиями и фотографиями киноактрис, моделей, танцовщиц. Мария де Лос Анхелес, Феликс Гуэрения, мексиканская киноактриса, модель, натурщица, крупнейшая актриса золотого века мексиканского кино 1940-1960-х годов. Помимо Долорес Дель Рио, считается самым красивым лицом мексиканского кино. Я цитирую Википедию. Отец из индейцев, мать испанского баскского происхождения, воспитывалась в монастыре в Калифорнии. Мария дебютировала в кино в 1943 году, сыграла в 47 фильмах, четырежды была замужем. Среди ее мужей мексиканский композитор Агустин Лара, написавший для нее несколько песен, включая знаменитую «Мария Бонита». Звездный мексиканский актер и певец Хорхе Негретте, французский банкир Алекс Берже. Единственный сын был актером, снимался в телесериалах, сыграла роль Миссалина в одноименном фильме режиссера Кармин Галлона 1951 года, знаменитой танцовщицы и куртизанки Каролина Отера в фильме «Прекрасная Отера» 1954 году. Играла в фильмах французский «Кан-Кан» с Жаном Габеном, «Лихорадка приходит в Эль-Пар» с Жераром Филиппом, «Сонаты», «Пепельная среда», «Майский цветок», «Любовь и секс» 1964 года Луиса Алькарисы и другие. В 1985 была удостоена главной ежегодной награды Мексиканской киноакадемии золотой премии «Ариэль» за вклад в киноиндустрию. В 2018 году Google отпраздновал 104-й день рождения Марии Феликс, поместив ее портрет. Актриса дружила с Октавио Пасом, Карлосом Пуэнтесом, Еленой Понятовской и другими мексиканскими писателями. Ее исполнение заглавной роли в экранизации его романа «Донья Барбара» высоко оценил венесуэльский писатель Ромуло Гальегос. Выступала моделью, коллекционировала драгоценности периода Второй империи. В течение своей жизни была моделью для многих известных художников. Ее одевали такие дизайнеры, как Кристиан Диор, Живанши, Ив Сен-Лоран, Шанель, Дом Гермес. Разработал экстравагантные творения специально для нее. Была знатоком ювелирных изделий, обладала обширной коллекцией ювелирных изделий, в том числе бриллиантом весом 41,3 карата. В 2023 году в Мехико были представлены культовые ювелирные изделия, которые носила Мария Феликс на выставке «Дизайн Картье. Живое наследие», на которой было представлено более 160 экспонатов. Мария Феликс умерла во сне 8 апреля 2002 года в возрасте 88 лет в Мехико, в день своего рождения. Она была похоронена в семейном мавзолее рядом со своим сыном и родителями на кладбище в Мехико. Вот так вкратце из Википедии о мексиканской киноактрисе, модели, натурщице, крупнейшей актрисе золотого века мексиканского кино 1940-1960-х годов Мария де Лос Анхелес Феликс Гуэрения. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии.